Друзья, привет! Снова островочек парфюмерии Ахмед Эль-Магриби. Зашли, сегодня суббота, но, видимо, вот молитва только идет, да, и поэтому нету... Сегодня воскресенье, боже, я перепутала. Сегодня воскресенье. Идет молитва и нету продавца. Сейчас я вам снова покажу парфюмерию. Очень прикольные новые ароматы вышли, мы сразу же поехали в мол, чтобы просто вот понюхать. Наташе уже кое-что из нового понравилось. По-моему, аж 7 вариантов ароматов. 7, да, новых? 7. Где-то 7 она уже мне показывала, соскриншотила. Будем нюхать, с вами пробовать, показывать. Помните, вот кожу мы такую покупали за 55 дирхам. Это примерно $16, 15-16 долларов. Ну, достойные цены, классные ароматы. Есть бюджетные, есть подороже. Знаете, уже было несколько видео у нас про этот эмиратский бренд. Ну, ждем продавца, надеемся, что дождемся. Ну, находчивая Наташа, уже где-то салфетку ты взяла, ну, да? Вон она, набрызгала, вон салфеточки-то стоят. Такие блотеров есть. А, стоят, да, его не видно. А ну, покажи. Вот этот аромат знаете, сахаров. Очень прикольный какой-то он. Я даже не знаю, какой-то такой свежестью, весной но какой-то пахнет. Цветами, яблоками, по-моему, вот даже, фрукт, да? Фруктовость есть, но не персик, по-моему. Вот мне так кажется, не персик, но... Слушайте, вот, вот есть, я вот сегодня ты есть. Брызнула, но удовость, если а про это, то очень а я мало. Чувствую. Я не очень люблю. Это, ну, специфический такой аромат, продукт, не скажем, раскрывать. Не для всех. Ну вот, ты брызнула, прям вот свежесть такая. Не знаем пока цены, но стоит в ряду вот с лезер, с кожей. Не знаю. Повторюсь, Наташа, аж, по-моему, говорила, да, 7 ароматов ты уже выбрала, соскриншотила. Но, к сожалению, и... только один из того, что я хотела понюхать. Ну, подожди, может, продавца спросим, он найдет, как бы, и покажет. Интересно. Вот я, все окей. Вот, вышли пройтись, и снова в наш Jimmy Mall выляем. У Наташи новая прическа. Не знаю, мы уже постили, как Наташа постриглась у моего мастера. Обычно же девушек не стригут. Но наш мальчик индус нормально берется стричь, а меня и Наташу. Он египтянин. Я думала индус. Ну, как бы узнаем, что новое про Рами, про наш... Точно, он же в Египте в отпуске был у себя дома. Ну, ладно. В общем, наш друг египтянин нас стрижет, все окей. И Наташа пока в восторге нет, этого аромата, здесь, да? Не, ну, не, в восторге надо... или уже так развеялся, что не, нет? Его надо ждать, и он не так прост, как кажется. Тут что-то есть такое древесное, и, по-моему, ут есть. Угу. И он начинает раскрываться, но первое прямо такое звенящее, такое искрящееся, необыкновенное. Ну, хороший такой, он распахнул прямо, если, значит, такой если вот... ты сказала хороший. Да, он такой интересный. Это так хорошо набрызгало, что я аж вот чувствую. Продавец, вы придете сюда? Продавец где-то непонятно где бродит. Смотрите, давайте я вам просто покажу, что когда вы подходите, есть всякие коробочки красивые. Честно, помните, когда вот только в 90-х начали завозить какие-то дезодоранты, мы все в коробочке тыкали такие, а мне такую коробочку синенькую, а мне зелененькую. Вообще, кто знает, пишите, ну, комменты, будет интересно. Вообще, спасибо, что комменты пишете, нам это, ну, помогает, нам приятно. Вот бренд Ахмед Эль-Магриби. Вот, этот Эляйн, это вы покупали, у нас такой есть. Кстати, вот эти вот цветочки на крышке напоминают лапки гепарда-леопарда. Скучаем по Кении, надеюсь, вы с нами были, с нами посмотрели. А вот такой сач мы показывали в наш второй раз. Первый раз Ахмед Эль-Магриби мы были в Бавади Моле в Эляйне, а второй раз были здесь, на этом островке. Сач показывали и показывали несколько ароматов. Ой, он такой хвойный вот этот сач. Сач, он сейдж, такой сейдж. Хвойный. Сач, да. Сажа, я не знаю. Ну, вот такая вот коробка интересная такая, ну, точнее, бутылочка. Флакон. Да, классно сделано. А вот это, значит, что мне еще понравилось? Вот этот, по-моему, понравился. Ну, сейчас продавец, надеюсь, как-то дойдет, а нет, то будем, нет, наверное, нет, цену нет, спрашивать. Нет, уже не нравится, да? Не нравится. Вот этот мне понравился. Угу. По-моему, ут Афгана, я не знаю. Красивый ут. Мягкий такой, но надо брызгать. Ну, конечно, как. Закос на какой-то... Совет от нашего канала. Побрызгайтесь, походите часик по молу, вернитесь, если вам подходит, приобретите. А то бывает так раскрывается, что вы не рады будете. Ой, а вот это знакомое, Гордени, мы показывали. Гордени, мы по тебе еще да. Отлили много. Я его не могу, он мне все равно, он не раскрывается как будто бы, но он меня тянет, мне просто хочется вот так нюхать его. Да, это в первом нашем, в первом походе вот в Ахмед Эль-Магриби. Присмотритесь к нему реально. Ну и, кстати, вообще все, а вот этот вот, по-моему, ут классик. Очень мне сладкий, очень уж мне сладкий. А этот и Зурейка мы покупали, да. И снова купили, вот Зурейка классная, на подарки мы ей привозим. Обратите внимание на Суприм, шикарный. Шикарный, вот, да, вот реально классный. Жалко, пока без цен все говорим, но вот продавца есть нет. Сайте, есть на сайте, можно зайти и посмотреть. Слушай, мы как рекламируем? Не, мы не рекламируем, просто мы рассказываем нашим подписчикам, очень много людей довольно-таки интересуются. Жорни классный. Жорни. Угу.
Он такой мягкий, мягко такой сладенький, очень хороший, спокойный. Там уда, по-моему, нет вообще. А вон, смотри, какие посмотри, прям блестяшечки. Бутылочки, блестяшечки, вообще красота. Так, где? Где это продавец? Где продавец? Помогите. А вы хотите... Все, ребята, мы пришли, продавец вернулся. Ура. А это ты не хочешь знать, сколько стоит? Вот этот, который подожди, нам понравился. Подожди. Ну ладно. We didn't have this one in this branch. А до здесь нету no, этого. Хорошо. Вот так, вы представляете, не везет уже. Endless. Ага, бачиш, уже второго нету. I have this one, but not a single piece. I have a gift box. Only no tester? No tester. Oh my god. А тут тестера нету в третьем? Так, this. Окей, this. Хорошо, этот есть у нас. This. This. Yes. Вот этот вот Наташа уже отметила, и сразу мы его нашли. Аутосток, oh my god. Это тоже аутосток. Да что ж такое? Из семи? Из семи только два. What? Four. Four? It's not available now. Ну, нету, короче. Потому что, когда мы покупали шую, он был, вот этот вот. Так, все. Ну, все. Окей, тогда что? Тогда три. Давайте. Тогда give what you have. Два у него, не три. Окей. I have this one also. Окей, and what you have? It's no, yes. Немножко, конечно, так удивительно, что нету. Раньше все было. Ага, you have test. Окей, окей. Give me test for this, for blotter, please. Ну, просто дайте, что one, есть. Yes, yes. All you have blotter, please, we all must... tester what you have, да, все тестеры. А, то есть у него есть, у него нету в продаже. О, тестер есть, в продаже нету. Так, что еще? Значит, у него все есть. Так, endless, это есть. This. Сейчас будем пробовать, рассказывать, показывать. Вот у Наташи уже все со скриншотина записано. I have this one, it's now... Не-не-не, I know this. Это мы знаем, это Наташа не хочет. Мазон, есть это? I didn't have this. No, нету. Этот есть, да? Этот? Today, it's now out of the store. И no tester? No tester. Oh, mm-hmm. Тестер, но? Этого нет, все. Все, окей, давайте, please, давайте put on blotter. Ага. Так, this how much? We didn't have a single piece. It's coming for especially for gift box. Ну, usually, how much this? It's like, I think, 60 or 70, like that. 60-70 дирхам. Так, какой-то неприятный звук тут, не знаю, капает. Я надеюсь, что вам оно не сильно мешает видео. Наташа, сладкий. Что? Очень, да, сладкий. Очень сладкий, очень такой вот endless, бесконечность, да? А вот из it, not. Ingredient? Да, yes, ingredients. Муск, пачули и цветы, да? Ну, no, very sweet. Пачули и цветы. Oh, excuse me, do you have pen or pencil for put this? Да, ручку Наташа записывает. Очень-очень-очень. Такие. Ну, пока сладкие. Так, а this how much? I didn't have this one a single piece. It's coming for a special for a gift box. Ну, так вообще? If you can buy this one single piece, it's like 50-60 dirham like that. 50-60, то есть тоже очень нормальные и доступные цены. Господи, кто включил какую-то сигнализацию или что? Аж по ушам бьет. Ну, спасибо, что выключили. Цикл, флауэр, вот это. Fast mode is coming like a Turkish flower. Turkish? Turkish flower, right. Турецкие цветы. И что-то муск немного есть? Ну, симпатичный, кстати, этот. Миск, муск есть тоже. Симпатичный, надо его вот этот пробовать. Это симпатичный, да, вот этот вот. Уткутю. Уткутю. Потом мы еще по этому. А this how much? It's like 131.50. It's called Sabahur. 131.50. 131. 131.50. What is it? What contains? Ingredients like a misk, patchouli and your... Ут, литл, yes? Немножечко уда. Вот мы его набрызгали, то, уже, вот, и он нравится, все равно вот, красивый. Вот. Он красивый. Наташа салфетку нюхала, сколько и вот это вот. 131.50. Вот он не дешевый. Почему именно 131.50, вот интересно. Сейчас его это так, и вот это, да? Is this. А this how much? It's like 60. 60 где-то? 70. А which name? Какое вообще? His name is Maliot. Maliot. Мальет, а ну покажи, хорошо. Где-то у тебя он со скриншотом мальет. Мальчик так щедро брызгает. Уже помню, в блотерях мы дарим Магриве, да? Тут даже эти все ароматы написаны. Вот он, да? Не-не-не, I need shai jadid. I didn't have a shai. А, you don't have, because this I don't know. Больше это не выбирала, но понюхаем это. Да? Не нравится это, да? It's a мальет. I didn't have a shai. Видишь, у него есть мальон, но нет то, что ты хотела. Нет, нет, нет.
Нет. А это марч. Мы не упали. Бестселлер. Бестселлер и марч. Мне он что-то не нравится. Марч? Марч 165. Ingredients? Ingredients like flowers, wood, mist and sandalwood. Сандаловое дерево. Вот чувствуется здесь, вот эта древесность чувствуется. Да? Значит, а ну дай мне с древесностью посмотреть. Ах, мотель Магриби. Виншейк we have. У нас есть, он очень хороший аромат. О, I know, please put me wood lavender. Yes, yes. А мы где-то нюхали уже? Это классика. Классика, да? And how much is this classic? 135 такая вот классика, красивая бутылочка, яркая. Вот он классный, радует глаз. Ой, классный. Хороший, да? Да. Ой, интересный какой. Он даже вот выбор бутылочек. Кстати, вот у меня есть кожа. 55 оно стоило. Still 55? Уже 60. На $1.5 подорожало, но у меня несколько лет уже. Ну, классно. Кожаный аромат. О, азис, it's another, yes? А ну плесо, это за сердечко такое. Улиль ам, it's our new product, Arabic fragrance. Okay. And this ingredient is like a sandalwood and flowers and a little bit Kashmiri wood. Okay, а плесо? How much? It's like 325. 300? 300? 25. 325. Еще раз, из чего он состоит? Я забыл. Consist of? Sorry. Again, repeat, please. It's called Ulil Amr, and it's 325. Its ingredient is like sandalwood, mist, and leather. Ah, кожа. Wood. Wood и сидоровое дерево это? It's leather. И кожа. Ну, то есть они похожи. Но я чувствую ут уже, чувствую запах каках, я уже отхожу от тебя, Наташа. Это очень такой, но я думаю, это ут, это real ут я. А please put my name for the... Да, сейчас Наташа запишет имена, забросим в рюкзачок и будем дома нюхать, тестить. Тебе этот понравился, да? Мне нравится вот этот и вот этот вот. И ну, лаванда. Но этого нет в продаже. Yes, yes, it's lavanda. Можно взять, даже не знаю. Сейчас это. 135. 131,5 он стоит, да. Я на себя смотрю. Давай. Сейчас набрызгать. Ну, так щедренько набрызгать, походить и разобраться. Потом уже подходит, не подходит. А вот этих вот в продаже нету. Вот Наташе понравился. Вот этот синий, наверное, 55, как мы Зурейка покупали. Боже, какой вот этот интересный. Но это не такой сильный этот мускус. Саба look like six? Sorry. Саба, six, number six. Translate this. It's Saba Huruf. Это name or what? What name, does it mean? Name, the Saba Huruf. I don't know the word, the meaning of Saba. Ah, because like Saba is six. In Arabic? Да, in Arabic. Saba is Saba is six. Saba is seven. Seven? Sikka is six. Ah, Sikka is six. Saba is seven. It's not Saba. Я что-то я перепутала. Малёшка. Вот это интересно тоже, но надо поносить вот это. Ну, друзья мои, вот такие бутылочки-то сегодня. Ваш выбор-то пишите. Ой, какой вот лаванда красивая. Что у нас сегодня просмотры и здесь у нас Ахмед Аль-Магриби, и пойдем еще в Джунаид. Скажем так, мы уже в перерыве ходили, видео сняли, будет на канале. Слушай, а вот этот тоже неплохой. Какой? Кстати, Эдлес. Ой, нет, подожди. А что целый ты мне написал, дорогой мой товарищ? Maybe you confuse this. Maybe you it's endless. Yeah. Или вот. А, it's this? This? It's the Ulil Am. А, подожди. Не, ну, понюхай, определи, просто он правильно писал или нет. It's endless, endless. Ну, Наташа уже по запаху говорит, нет, ты ошибся. It's this, endless. Yeah. Yes, а ну, please. Да, мальчик ошибся, поэтому давай, будем сейчас давай менять записи. Вот. Пришли уже другие покупатели, сейчас, не знаю, Наташа походит, посмотрит. Ну, это вот бутылочка. Endless. Конечно, классная. Endless. Бутылочка сама, что-то цвет такой идет. Сейчас. О, вот. Бутылочка, вот она, с такой красотой. А вот из этого? Ну, и вот такое Наташа вполне возможно возьмет сегодня. А, марч, окей. Что разбирается, переписывается. Ah, put this name. Ulil Amr, right? Yes. А вот коробки, вот тестеры, вот само удовое дерево. Ну, вот такие подарочные коробочки, конечно, стоят недешево, но
как можно купить одну коробку как вариант и потом просто раздарить подарки. Главное не забыть, что где лежит. Блоттери, красота. Вот он надо придумает, да? Блоттери. Оп, и все имена. Ну, не все имена здесь есть, как мы уже смотрели, их намного больше. Ну, можно записать на другой стороне. Вот так вот. Ну что, друзья, вернулись мы через месяц, потому что были заняты. И вот сегодня выбор. Наташа вернулась за сабом. За 140 дирхам. Даже скидки нет. Надо сейчас скидки уже идут. Вот, за 140 хочет взять. Вот новый аромат для меня. 90 очень классный. Мы в прошлый раз не нюхали. Каф. Но он такой, да, очень... Я ТикТок сняла, не знаю, он ТикТок, шортс видео, когда его запущу. Каф, он очень такой водный, да, Наташа? Ну, да. Скажи про каф чуть-чуть еще. Вот он для... очень свежий, водянистый. Я чувствую этот арбуз. Арбуз. А я чувствую вот такой, знаете, вот классный какой-то такой свежий, бриз. Очень, бриз, классный, да. Бриз такой. И, наверное, возьмем за 60 Ахмед Мус, да? Вот мне он нравится. 60-65 вот, тоже, да. Рассказывали. И короткое видео шортс сняла, и рассказывали про него. И снова Наташа нюхает. Нашли мы новые ароматы. Уже, по-моему, рассказала про медовый. Всего лишь 70 стоит где-то в шорте. Вот очень, его надо понюхать. Его очень надо, прикольный. Все, вот такой медовый классный аромат. И ут стоит $27. Вот, ну, а что это за название? Вот такое видео сегодня прям на протяжении месяца, можно сказать, вам снимали. Любим ароматы. Надеюсь, вы это тоже любите. Ну все, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем спасибо.